защиты от болезни. Сегодня в край поступила первая партия вакцины против гриппа. Это около трети от нужного количества. Лекарства уже начали распределять по больницам. А с 27 августа врачи планируют начать кампанию по вакцинации жителей региона. Этот сезон, обещают медики, пройдет без тяжелых форм. На Алтае не прогнозируют появление гриппа новых штаммов. При этом жителям региона по-прежнему угрожают Мичиган, Сингапур, Колорадо и Пхукет. Это различные типы вируса. Сейчас самое время делать прививки, говорят эксперты. Препарат отечественного производства, уколы в первую очередь могут поставить детям всех возрастов, школьникам, студентам и взрослым, которые работают с массовым количеством людей. Например, учителям или врачам. Причем абсолютно бесплатно. Вакцинация начнется в начале сентября и продлится до конца октября. Пик заболеваний, по прогнозам, придется на ноябрь-декабрь. Единственной специфической профилактикой вируса заболевания гриппом это является вакцинация. Все остальные мероприятия, конечно, они необходимы, их нужно проводить. То есть, начиная от банального закаливания, витаминотерапии, там, разобщения контактов, мытье рук. То есть, можно перечислять вот эти неспецифические меры профилактики, которые, в принципе, укрепляют организм человека. Но именно на сам вирус гриппа действуют только вакцины.